Может быть, я получу сейчас оплеуху такую виртуальную после своего ответа, но я полагаю, что русский заключенный должен голосовать. Должен голосовать хотя бы потому, что его лишают свободы, а не всего остального. Свободы. Свободы перемещения, житья и так далее. Свободы. Вот как только мы поймем, вот что значит это слово, тогда будет понятно, что, ну хорошо, ведь мы даем ему есть, мы даем ему пить, мы даем ему смотреть телевизор. Ну тогда давайте мы лишим его вообще жизни, и тогда понятно. Я считаю, что голосовать заключенный должен иметь право, если это не обговорено в специальных статьях, возможно, такие статьи специальные в Уголовном кодексе, что лишить его того сего 5-10 на такое количество лет, включая сюда право избирать, так сказать, себе власть. Полагаю, что это нужно возвращать.